Карантин з приводу пандемії коронавірусу торкнувся кожного з нас, і в тому числі нашого Запорізького державного цирку. Але життя триває. Дотримуючись необхідних правил та засобів безпеки, люди, що дарують нам радість своєю творчістю та майстерністю, чекають зустрічі зі своїм глядачем. І сьогодні у випуску ми дізнаємося багато цікавого, що трапляється за лаштунками цирку. Побачимо кота, котрий коштує 43 тисячі доларів, лелеку, що висиджує яйця качок, погодуємо верблюдів та поспілкуємося з відомими артистами України. Безумовно, щоб дізнатися про справи нашого державного Запорізького цирку, необхідно, по-перше, поспілкуватися з директоркою цього закладу. Хто, як не Тамара Вікторовна Зубко, краще за всіх, знає про те, як вирішуються різні проблеми, котрі виникають під час всесвітнього карантину. Період карантину, звісно, це дуже сильно ударило по підприємству, дуже сильно. Фінансово і на людях це відразилось, тому що дистанційна робота, сокращений робочий день, там проїзд, транспорт, там много проблем дуже було. Я думаю, ці проблеми були на всіх підприємствах, не тільки на нашому, тому перечислять це не стоїть. Я думаю, що потрібно краще говорити о том, як удалось удержать підприємство. Как удалось нам, очень больно и обидно то, что программу, которую мы подготовили, вот вы видите ее рекламу, программа была сделана шикарная. И я не оставлю этот вопрос, мы как только лишь будет разрешение на право работы массовых мероприятий, мы начнем работать с этой программой. У нашому місті циркове мистецтво ледь не саме затребуване. Тут завжди присутні глядачі самого різного віку. Цирк – це то искусство, которое относится к разряду очень эмоциональных, потому что цирк должен передавать эмоции, зритель должен это ощущать, это энергетика, это все. Прежде всего мы настроены, цирковое наше искусство, чтобы нести добро, чтобы нести добро. Животные, никто их насильно не дрессирует, вы это увидите. Они сначала, будучи маленькими, когда берутся они для работы, сначала смотрят, на что животное способно, что у него по инстинктам заложено, присматривается. Потом начинается работа с этим животным. И животные не могут сидеть, не работая. Они не должны терять свои навыки. Они находятся в прекрасных условиях, в чистоте, в сухости. Они накормлены, сыты. Проблем таких, чтобы были глобальные, как мы видим и слышим от частных зоопарков, что просят помощи у волонтеров, что покормите животных и так далее. У нас таких проблем, слава Богу, нету. Ми одержали дозвіл на відвідування тварин, навіть побачили на власні очі, як вони готуються до нових виступів та, звичайно, поцікавились про умови їх утримання. Будь ласка, скажіть, як вам? Ви залишилися тут з верблюдами? Так, на карантині, як і весь світ, напевно. Ну, чекаємо, коли це піде вже цей період карантину, цей вірус відійде від нас. Вони вчились, як би, дрессировки, наверное, все, можна сказати, на огороді у мами. Так же само ложиться, ходить на коленках. Вот они походили по огороду, да, легли. Мама подошла, дала им морковку на огороде ходила. Вот так и все. Они запомнили. Так, ложись на эти морковку. Вот как мы перед этим видели. Так само на коленке становилась. Перед тем, как ложиться, они встают на коленку, потом ложатся полностью. И в этот момент тоже дали там вкусненькое что-то. Оп, она и запомнила это. И вот так проходила вся дрессура. А так как бегают, они в природе бегают, ходят, они в природе ходят. Ну, как бы ничего такого из, ну, сверхъестественного они не делают. Вот, ну, как бы вот так. Ну, тоже это как бы надо труд их научить даже такому лечь, это не коленки делать, все остальное. Но насилия точно в этом никакого нет. Все вот так, можно сказать, на огороде получилось. Так наелись, просто и нарепетировались. Жонглер за фахом та одночасно дресурувальник Олександр з задоволенням працює зі своїми вихованцями. До речі, і ми спробували попрацювати з цими дівчатками. Нічого, заходіть. Ви самі показуєте, що ви боїтесь. Ні, сміло протягнути, не бойтесь. Нічого страшного, це не. Після важкої праці верблюди пішли у стайню, щоб поїсти та відпочити.
Карантин карантином, а жизнь продолжается. Наш птичий двор – это нечто, это просто сказка. У нас рождаются птенцы, у нас аисты сидят на яйцах, у нас образовываются семьи. Ну, это у нас каждый год весной. В общем, карантин на животных никак не сказался. Им этого не понять, и они этого даже и не поймут. Все касается нас. На нас ответственность, но мы со всем справляемся, нам помогают, и мы не нуждаемся ни в продуктах, ни во в чем. У нас есть аист Ромашка, которая ввиду своих инстинктов отобрала все яйца утиные, 12 штук, свела себе там гнездышко и села на них. Вот мы ждем, что из этого выйдет. Так как, в принципе, в природе утята являются кормом для аистов, ну, возможно, нужно будет быстренько успеть их забрать. Їжа для хижаків у морозильній камері забезпечує їх на весь час перебування у цирку. Для усіх вихованців наданий необхідний простір та харчування. Турбота про птахів артистів тут у кожній миті. Іконка флори і фауни, вона завжди з нами, завжди оберігає наших животних, птичок. Її мені посоветував один батюшка. І у нас вона завжди з нами, завжди і везде. Всі ці птахи з номеру Олени Майчук чекають на виступ, бо вони народилися та зростали у стінах цирку. Ми з огромним нетерпінням чекаємо представлень, і наш зритель о нас пам'ятає. Многі дзвонять, пишуть, пропонують свою допомогу, і нам це дуже приємно. Ми розуміємо, що ми не одні, і що з нетерпінням люди чекають наших представлень. Чудовий номер з назвою «Танго» Олександр та Марина Крот виконували зі своїми улюбленцями – Альфою, Бетою, Гамою та Дельтою. Історія, пов'язана з цими собаками, просто вражає. 12 років тому ми, звичайно, знайшли випрошених в мусорному пакеті однодневних щеночків. Ми з мужем займалися не дресурою, ми працювали в другій совершенно цирки жанр. Вот. Подобрали їх за жалості, думали, що ми їх... Подрастим, отдадим хорошие руки, но потом просто-напросто не смогли уже с ними расстаться. У нас эти девочки, так как они были подобраны на улице, мы даже им первое время не давали им кличек, потому что, ну, в принципе, реально собирались отдать в хорошие руки. Мы их так назвали Альфа, Бета, Гамма, сильно не заморачиваясь. А потом на улице, правда, одна девочка ушла уже у нас, ее уже нет. И на улице через год подобрали Дельта, тоже обозвали ее уже, так сказать, в этом же ключе. Там собака на год младше. Дельта. Вот это вот основной состав, который в цирке у нас проработает с нами, ну, 12 лет. Мы звернули увагу, что у вас грає музыка. Навіщо вона тут, коли там собаки? Ой, ну здесь есть несколько нюансов. Во-первых, любое животное привыкает к музыке, потому что когда он выходит в манеж, в принципе, это небольшой для нее стресс, и поэтому мы животных приучаем к громкой музыке с самого детства. То есть для того, чтобы когда они вышли в манеж, для них это не было большим стрессом. А с другой стороны, мы будем говорить, они живут сейчас здесь в закрытые помещения, есть какие-то определенные звуки в коридоре, и просто чтобы каким-то образом их отвлекать, опять-таки их нервную систему сохранять в той форме, в которой она должна быть, мы включаем музыку, чтобы они не сильно реагировали на посторонние звуки. У нас еда по весам, ну то есть много всяких нюансов, которые... Фильтрована вода и так. Корм своечасно. Так, так. Поруч у спеціальному приміщенні живуть коти-артисти. Той, хто утримує у себе таку муркочущу тварину, знає, що вона не дуже піддається дресуруванню. Але ці волелюбні створіння, котрі теж мають вік від 8 до 12 років, задоволенням виконують трюки. А ще у кожного з них є своя історія. От у нас, да, от цей дорогий у нас кот, ми його називаємо валютний кот. Почему валютная история очень интересная. Зовут его Брюс. В свое время мы ездили работать в Арабские Эмираты. В то время он был еще котенком. Он еще не работал. В манеж он не выходил. И на представление пришла принцесса Абу-Даби.
посмотрели представление, подошли к нам работодатели и говорят, они хотят прийти посмотреть ваших животных. Пришли, посмотрели и попросили, чтобы какого-то котенка, не кота, а котенка, вернее, нет, кота, дали ей в руки. Я говорю, есть вот только один котенок, потому что все остальные в руки чужие не пойдут. В общем, она с ним поигралась, посюсюкалась, приходит работодатель и говорит, они хотят у вас его купить. Ну и называют сумму там в местных дирхамах. Мы с мужем говорим, нет, этот кот не продается. Этот кот не продается. Они решили, что мы с ним, так сказать, решили цену поднять. Подняли еще цену. В общем, одним словом, вы видите, что он с нами, в результате они отдавали за него 43 тысячи долларов. Так что вот у нас есть такой валютный кот, который с нами. У майбутньому сезоні, крім котячого виступу, планується вихід на арену вже молодих вихованців. Это порода Ризеншнауцер. Это немецкая порода. В переводе с немецкого означает гигантский бородач. Вот. Это старая немецкая порода. В Германии используют, в полиции используют на границе, в поисковых службах, в спасательных службах. То есть универсальная собака. Мы занимаемся любимым делом, в первую очередь. И очень жалко даже на сегодняшний момент, что мы слишком поздно начали этим заниматься. Но нашли там мы собаку 12 лет назад. Получаем от этого просто удовольствие громадное, это с одной стороны. А с другой стороны, реально понимаем, что, наверное, это было наше. Было бы неплохо, чтобы это было. Мы нашли их немножечко раньше, чем... А вообще сами, да, мы тоже бывшие, ну не гимнасты прям, турнисты, нет, спортивно-акробатический жанр, гимнасты в Ренских колесах, вот. И в принципе мы готовились собак уже, когда начали дрессурой заниматься, мы еще работали свой основной номер, и он, и как это называется? Без отрыва от производства, да. Будем говорить, мы готовили первых вот своих животных, кошек, собак, мы готовили... А потом... Ну, еще долгое время мы работали. И работали параллельно, потом два номера, да. Ну, а потом уже восстанавливаться... Просто получилось, что собаки с кошками получились как-то более востребованы, чем тот жанр, которым мы работали. Поки глядацький зал ще порожній. Та ми потихеньку вчимося пристосовуватися до надзвичайних умов. У нас зал очень большой, 1600 мест в зале. Мы можем принять решение с продажей билетов не более 50%, притом разделить этот зал так, чтобы люди не соприкасались друг друга, чтобы было расстояние между людьми. При этом мы приняли меры, как мы можем обеззараживать зал, мы тоже к этому готовы. Є сучасні засоби від інфекційних хвороб, наприклад, застосування сідіаміну. Прежде чем принимать зрителей, мы обеззараживаем и зал, и животных. Во-первых, это не влияет на слизистую оболочку, не оказывает никаких аллергических действий. Это туман машины, это как дымом обрабатывается. Мы с нетерпением ждем. Но мы понимаем, что сие не от нас зависит. Мы очень скучаем за зрителями, очень скучаем. Маємо надію, що карантин скоро закінчиться, і ми знову будемо насолоджуватися цирковими виставами.